На основании чего вы отказываете открыть счет? На основании внутренних документов. Покажите. Еще раз говорю, не предоставляются документы. Хорошо, сошлитесь на норму тогда. Внутренние нормативные документы. Мы не можем... Норму права назовите, в связи с чем вы отказываетесь открыть банковский счет. Мы не можем открыть счет, если клиент не является клиентом нашего банка. Без номера... Он не хочет стать клиентом вашего банка. В доверенности должен быть указан номер телефона клиента. Если у клиента нет номера телефона? Это невозможно. Ваша карта? То есть вы завязываете оказание услуг, а именно открытие банковского счета на наличие у гражданина Российской Федерации телефона, правильно я вас понял? Номер телефона обязательно привязывается. Я говорю, если его нету, то есть что? У всех клиентов есть номер. Но это у него нету. Хорошо. То есть вы отказываетесь в связи с тем, что у него нету номера телефона, правильно? Что номер телефона не указан. Но у него нету телефона, поэтому он здесь не указан. Ну, соответственно, мы не можем провести проблему. Что здесь можем, не можем? Вы откроете банковский счет? Ну, в доверенности не указан номер телефона, мы не можем регистрировать, потому что клиент говорит, что не записывает, и все. Я хочу открыть счет в банке на основании доверенности. Мой доверитель не имеет номера телефона, это мой отец. Хочу открыть согласно доверенности. Если у вас есть какие-то законные требования, да, то, пожалуйста, сошлитесь на норму права. В идеале покажите этот нормативный документ. Внутренние ваши документы – это не нормативные документы. Они не распространяются на меня и тем более на моего доверителя. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Мамаев Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, да. Если вы хотите официальный ответ, то нужно написать тогда официальный запрос. Напишите, пожалуйста, заявление, что вам... Ну, я вам делаю устное заявление, записывайте. Мы, к сожалению, официальный ответ не готовим, тем более со ссылками на законодательство. Туда вызывайте сотрудников полиции, будем оформлять по самоуправству. Ну что, вы совершаете самоуправство, без законных оснований отказываете. Я просидел здесь в очередь. Ну так я говорю, вызывайте сотрудников полиции. Это не смысл. Ну, смысл? Вы совершаете самоуправство. 19.1 КУАП. Ну это вы можете что угодно делать. Полиция, будете вызывать? Вызывайте. Хорошо.